Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 423. Даже если сектанты, но они могут быть крещены кровью своей, пролитой за Иисуса Христа, и быть спасены. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крещение кровью за Христа приемлется по учению Церкви только в том случае, если это был не враг Церкви Апостольской, Соборной. А иначе еретик и кровь еретика не приемлется. В жертву Богу Егою проносили кровь животных, но только тех, что признаны чистыми, у которых раздвоены копыта и есть жвачка. Левитам 11 глава. У сектантов нет полной Библии. Многие не признают Христа за Бога человека, не признают душу, как адвентисты и иеговисты, и другие исты, то есть не раздвоены копыта и нет жвачки. Иначе сказать, они не имеют ни одного таинства церкви. Значит, еретик есть враг церкви, грешит плотски, добровольно в упрямстве строит свой алтарь, выдумывает свои молитвы, измышляет свое рукоположение, начиная его с нуля через 1500 лет после основания Христом церкви. Церкви. Тимофея, 3 глава, 10 стих. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Ереси губительны. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Тимофея, 5 глава, 20 стих. Крещение своей кровью – это не евангельское выражение, но пришло позже. Вне церкви нет спасения, а сектанты, еретики – все вне церкви. Киприан Карфагенский говорит, что грех разделения – то есть отделение от церкви, как грех сектантства, не смывается даже кровью мученичества, ибо они умирают, как раздиратели хитона Христа. Они построили свой новый алтарь, составили свои новые молитвы, свои новые таинства. Их участь Дафана Аверона Корея, чисто 16 глава, живем, сходят в ад.